Привет, друзья, партнеры! Часто у вас теперь возникает такой вопрос. Вы попадаете на всякие проекты и сайты, где выплачивается только на Faucet Hub. Это, по сути, это вообще-то не проблема. Это у нас получается как такой микрокошелек. Как тут работать, вы еще не поняли. Ладно, я вам объясняю. Сначала вы сюда зарегистрируетесь, у вас не будет тут кошельков. Просто нажимаете на Wallet адрес и сюда добавляете свои кошельки. Выбираете, какой кошелек хотите добавлять, и добавляете. Что кошельки можете брать в любом месте. Из биржи, из своей собственной, если у вас есть холодные, ставите сюда. Вот и они будут у вас иметься тут. Идете обратно на дашпарт. Вот, кстати, да, вот идете на человечка и дашпарт. Тогда у вас будут тут кошельки, куда можно вводить деньги. Если вы не можете найти нигде, ну хотя бы вот биткоин сделайте кошелек, тогда можете сгенерировать их на месте. Например, тут сгенерируете адрес, идете сюда и добавляете сюда. Вот и у вас будут адреса. И после этого можете их выводить, куда вам нравится. Какие тут еще есть функции, что многие не очень сильно понимают? Есть, например, такой функция тут, как майнинг. Тут можно просто майнить на своем компьютере. Как сюда дойдет 100 сатошев, они автоматически перейдут на ваш баланс. Что у нас еще тут есть, что у меня партнеры спрашивают и не понимают? Что тут есть чат. Иногда в чате даются деньги. Что дождь денег, или как они тут называются. И просто у вас добавляются денежки. Когда вы наберете всякие валюты, скажем, биткоин, я советую все-таки ставить свой адрес какой-то определенный. Тут есть очень классная вещь, как можно поменять тут сразу же на месте это все добро. Вот нажимаете на кнопку Exchange, продаете, выбираете тут валюту, что у вас есть, ну, я не знаю, например, Litecoin. И он сразу показывает, сколько вы получите за этого биткоина. И нажимаете «Поменять». Тоже очень удобно, не надо выводить, по сути, не надо комиссию терять. И вот сразу же у вас набирается баланс биткоинов. Что тут еще есть? Если вам интересно, тут можно просто набирать биткоины, выполняя всякие задачи. И есть лучшие экраны, нажимая тут, вы сразу видите, какие экраны лучшие, сколько сейчас у них денег на счету, видите, тут 100%, это пустой. Вот, по сути, вот так тут и работают. Если вы добавили свои кошельки, перевели все на биткоин, потом очень просто нажимаете «Вывести средства» и нажимаете «Вывести». Что биткоин тут, по-моему, минимум 20 тысяч сатошев. Так что предельно доступная сумма. И вот такие у нас тут функции. Что пользоваться, не надо пугаться, если у вас будет в будущем проект, где требуется Faucet Hub. Вот так предельно быстро я показал вам. Привяжете кошельки. Еще повторяемся, видите, сюда идете, привяжете кошелек. Потом, например, если требуется у вас какой-то кошелек, ну, например, Litecoin, отсюда его скопируете, ставите туда в проект, куда вы хотите, где вы хотите зарабатывать деньги, и они будут автоматически поступать сюда. Очень удобно, тут можно очень маленькими суммами переводить, нету никакого комиссии, все идет прямо сюда на кошелек, но уже отсюда выводить должен быть какой-то определенный комиссии. Вот такой вкратце я вам сделал обзорчик. Если это видео вам было полезно, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Зарабатывайте честно и много. Пока-пока.